Ну, а до нашого колеги Сергія Гулюка теж прийшли гості. Це співак Максим Новицький. Ну, і вже, мабуть, подарував Сергію квиток на свій концерт. Якщо Сергій скористався цією нагодою, Сергію, тобі слово. Да, спасибо большое. Более того, подарили ще білет в Токіо. Почему в Токіо? Сейчас я объясню. Максим Новицький, рад видеть. Привет. И более того, принес еще Максим Новицький нам большую такую золотую награду, которая похожа на золотой мяч, недавно врученный, известно кому. Расскажи, пожалуйста, сразу же, что это за награда? Это награда Nodo Demands the World. Награда дарится лучшему иностранному артисту, поющим на японском языке, в Японии. Значит, Максим Новицкий, объясняю, стал лучшим иностранным артистом, поющим на японском языке. Каким образом это произошло и почему? Ну, я как бы интересовался Японией, я пел японские песни, и в интернете много жил всего. В Японии до этого? Жил, да? До этого, да, 2 года я жил, язык учил. Угу. И получается, меня приглашают на телевидение. Ну, естественно, мне там как бы знакомая подсказала, что вот ему надо как-то там посодействовать, помочь, написать какое-то заявление, что-то такое. Я написал, отправил свою заявку. Угу. Оксана Белонушка, спасибо большое ей за это. Так, угу. И сразу отреагировали, сразу меня пригласили, получается. Значит, это телевизионный конкурс на главном телеканале, в принципе, да, японском. NTV, не путайте с MTV, NTV. И это такой вот аналог Евровидения, только да, в Японии, да? Да. Скажи, пожалуйста, ты стал первым вообще артистом славянской внешности, хотел сказать, славянского артиста, который получил этот... Сколько принимал участие вообще, из каких стран? Вообще было заявок 3500. Выбрали всего 16 стран, 16 представителей стран. Из них было 4 даже от Америки почему-то, а все остальные с разных других, там Швеция, Франция, Пуэрто-Рико и другие страны. У нас, кстати, есть видео, я сейчас прошу, можем ли мы его показать, ну, через какое-то время мы сможем показать, как это, собственно, происходило, награждение и песня. Давайте посмотрим прямо сейчас, как награждали Максима Новицкого. Очень красиво спав. А это кто сейчас вот в желтом? Это какой-то один из них, представители шоу-бизнеса, главный какой-то продюсер страны. Угу. Мы, ты понимаешь, мы в эфире уже, мы продолжаем это все комментировать. Началось с гимна Украины. Я даже не ожидал, что такое будет. Я выхожу, тут гимн играет, такая какая-то гордость за нашу Украину, за нашу страну, что они подготовились так серьезно. Потому что я им ничего не высылал, никаких гимнов, ничего. Они сами все это подготовили. Кстати, какую песню ты пел? Я пел японскую песню. Я пел сначала 2. В полуфинале я пел «Матау Химаде». Что переводится? Как ты сразу так вот, что переводится? Переводится, может быть, когда-то еще встретимся. Так. И вторая «Oh my little girl». Фраза английская, да. Но у них вообще в японских песнях они любят английские фразы очень сильно вставлять. И вот с этой песней, получается, я стал первым. Но тебе, так как ты знал уже до этого японский язык, тебе уже не сложно было выучить песню. Но вы знаете, все равно они работали со мной, то есть до этого всего мы 5 дней занимались. Они просматривали, снимали с их сторон, репетировали все, потому что, ну, это у них большое событие. И, естественно, что все равно у них какие-то ошибки были мелкие. Они говорят, вокально, да. Вокал, то есть, ко мне не могли придраться. Но произношение они все равно вытачивали все у меня, помогали. Скажи, пожалуйста, как воспринимать тебя вот, ассоциация с Украиной, не знаю, артист с Украины, что-то известное? Были до этого известные артисты с Украины? Артисты нет. Они знают Кличко, знают Шахтер команду. Шевченко они знают также. А тогда уже они знали о событиях на Майдане, там вот ситуация, или не очень? Нет, они ничего не знали, нет. Ну да, это неудивительно. Ну так как это шоу-бизнес, шоу-биз-конкурс, все-таки люди там сосредоточены на песнях и музыке. Расскажи, пожалуйста, ну вообще, что тебя... Вот сейчас момент награждения мы видим. А тебе кто лично понравился из артистов там? Ну вот Пуэрто-Рико парень был неплохо. Еще с Америки была девочка такая черная, красивая очень. Энджел ее зовут. Я ее Black Angel называл. Значит, первая песня
переводится как «Мы встретимся снова», да? Ее здесь, да, да. Что дает вот реально тебе вот этот вот конкурс? Ну, то есть, ну понятно, что ну, это такой, в принципе, да, риторический вопрос. У меня появились фанаты японские, мне постоянно пишут в Фейсбуке, то есть они приглашают, меня зовут, хотят, чтобы я у них там выступил, приехал, с ними познакомился. Ну, как-то пока времени не хватает. Меня пригласили на Рождество. Гастроли могут быть там? Ну, я думаю, да, как бы, да. Уже ассоциации, ну, понятно, что Китай и все такое. С Витасом есть уже ассоциации какие-то? Да нет, я думаю, еще не на таком уровне. Но все-таки он не так, не часто украинские артисты едет, там награду главную получают в Японии. Ну, ни один славянин никогда даже в финал не входил. И ты можешь реально там, в принципе, уже какую-то карьеру делать? Или для этого я не знаю. Я люблю Украину. Я вернулся, я жил когда-то 2 года в Японии. Я очень сильно люблю Украину, поэтому я здесь живу. Есть, я вот, кстати, с режиссером сейчас общаюсь, есть вот сейчас песня, точнее, Максим приготовил нам песню. Японскую. На японском языке. Мы можем сейчас или уже после, в следующем часе? Тогда вот прямо сейчас Максим Новицкий исполнит нам песню на японском языке. Как? I love you. I love you. Пожалуйста. Сугиру футари но ай ни ва Фурерари но химицу га ару I love you Има но кураши но нака де ва Тадори скинай Хитуцу ни касанари икуте ику кой хо Кизуцку даки но втари да йо Нам демо аиштиру те кюку омае ба Коно ай наш дева иките сае юки най то Ю Киши но бето но ве де Ясаши сам мочи йори Дакишиме аэба Соре кара мата Футари ва Ме о тоджиру йо Канаши Ута ни Ай га ширакете Шима вану йо ни Соре кара мата Футари ва Ме о тоджиру йо Канаши утани Ай га ширакете Шима вану йо ни Шима вану йо ни Ну, ассоциация с Витасом опять у меня появилась. Спасибо большое, еще раз поздравляю тебя с наградой. Приходи к нам в гости. Мы продолжаем наш эфир на телеканале 112 и встретимся буквально скоро. Смотрите 112 Украина.